Здравствуйте, Наталья. Спасибо за представленное ваше творчество. Что я могу сказать? Ну, больше всего, если честно, мне понравилось, я даже не знаю, как это, романс, наверное, или, ну, видимо, да, «Жираф». Вот, и аранжировка понравилась, и на примере этой вещи видно, что у вас есть мелодический дар. А вообще наличие мелодического дара дорогого, как говорится, стоит, потому что есть очень много профессиональных композиторов, но которые не умеют писать мелодии, ну, не дано им. А вот у вас есть, безусловно, мелодический дар. Но для того, чтобы правильно эксплуатировать то, что дано Богом, я имею в виду мелодический дар в вашем случае, одного дара, безусловно, мало. Поэтому я бы вам, я понимаю, вы уже, как говорится, не девочкам 14 лет, у вас уже, как говорится, есть система сложившихся взглядов, но, тем не менее, как говорится, учиться никогда не поздно. Я тоже всю жизнь учусь и все время нахожу что-то новое и непознанное. В отношении вас я бы вам посоветовал немножечко поработать над гармоническим языком. Дело в том, что тот романсовый, как говорится, гармонический склад, которым вы владеете и которую вы вкладываете в свое сочинение, он, как говорится, был хорош в 19 веке, ну, может быть, даже чуть-чуть в начале 20-го. А теперь немножко странно он звучит, то есть сразу возникает элемент такого дилетантизма. Вот. То есть, ну, вот есть барды, да, они овладели несколькими аккордами и у костра поют песни. Некоторые из них очень популярны, и это самостоятельный жанр, так сказать, как и жанр жестокого романса. Вот набор гармонических формул у вас, в частности, вот этих из жестокого романса, он сразу как-то вот принижает, ну, как бы, новизну. А все-таки в любом сочинении, даже в простой песне, там, типа «Чижик-пыжик», должна быть какая-то новизна. Потому что, ну, второго «Чижика-пыжика» уже не надо, он уже есть. Или там «Нет, не любил он меня». Это уже тоже написано. Поэтому, ну, как-то надо выходить из этого положения. Вот вам нравится такая стилистика, значит, что-то найти надо в ней такое, чего еще не было до вас. Ну, хотя, конечно, можно оставаться вот в том состоянии музыкальном, как вы пишете. В этом тоже ничего плохого нет. И, в общем, людям, некоторым это нравится. Ну, как говорится, любой найдет на свою музыку любителей. Вот. Но если вы хотите, как говорится, чуть-чуть выйти за рамки того, чем вы владеете, то тогда надо чуть-чуть, как бы, узнать другие гармонии хотя бы. Вот, например, уменьшенный водный септаккорд, он сейчас, ну, настолько уже, как говорится, ну, не то что устарел, а он как бы анти... ну, дает антивпечатление, как бы. То есть, потому что он был хорошо, хорош во времена Глюка. Там был такой, например, в опере «Орфей» хор «Фурий» они пели. «Кто здесь блуждающий, страха не знающий?» Ну, это было очень давно, вы понимаете. И сейчас этот аккорд, как бы, он изжил себя. Можно те же самые фразы гармонизовать чуть-чуть по-другому. Но для этого надо, как говорится, чуть-чуть шагнуть в сторону. Вот. Ну, можно, конечно, никуда не шагать, а продолжать
писать, как вам удобно. Вот. Тем более, что наверняка найдутся люди, которым это нравится. Ну и слава богу тогда. Вы уж извините, я сказал, как говорится, то, что думаю. Надеюсь, вас не обидел. Одного уже достаточно, что у вас есть мелодический дар. Это здорово. Вот. Ну а вот двигаться вам куда-то или не двигаться, это решать вам. Вот. Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Потому что музыка – это дело непростое. Большая конкуренция и очень много критиков. Вот. Все знают, как писать. Ну, желаю, в общем, вам найти себя, вот, чтобы ваши поиски увенчались успехом у публики. Всего вам доброго.